Всем привет! Привет! Приветствуем вас на нашем канале. У нас сегодня выгул в магазин Икея. София желает найти себе кровать все-таки, которая придется ей по душе. А Неля с Марией желают отведать икеевской еды. И еще стол. Еще что? Стол. Еще стол. Оригинально. Хорошо, Соня, и стол. Будем смотреть. Что есть? У нас есть 1,5 часа всего. Потом Софию должны вести на бальные танцы. Но нам здесь недалеко. Поэтому мы и приехали. Сегодня у нас у девчонок выходной. Так, девушки наши уже сразу заинтересовались графинами. 5,99. Ну, неплохо для напитков. У нас, правда, много, но это удобно, наверное. Да. Нужно попробовать пробку, как открывается. Хай. Так. Хей. Окей, хей. Здесь детская игровая зона. Так, ну мы с коляской, девочки, нам нужен лифт. Да. Вот вам, пожалуйста, ресторан Шведен. Что выбираете? Ну да. А вот и на этот кувшинчик сразу был. Да? Смотрите, супчики по 1 евро, большой 1,95 €. Кюрбис очень вкусно. Так, смотрите, шницель с картошкой, с грибами. Ну можно соус выбрать. Что или еще? Грибной, или томат. Так, это фрикадельки, да? Да. Фрикадельки. На любой выбор. Мороженое. О, мороженка, девочки, 1 евро. А может, обойдемся мороженым? Да. Что еще? Так. А, хафа дринк, смотрите. Кофе с овсяным молоком. Это можно мне даже. Да. Окей, ладно. Девочки, давайте в поиске лифта. Я ж коляску не буду по лестнице носить. Это лифт? Окей. О, там тоже что-то красивое. Анна и Эльза. А, можно здесь отдохнуть и мультик посмотреть. Вот здесь посидеть и посмотреть мультфильм. Так, девчонки. Девочки уже кафе сразу увидели. Да, там еда. Окей. Давайте здесь пройдемся по этому этажу. На что у них вот подушечки? 2,49. По 2,49. Такие веселенькие. Пледики. По 3 евро. 2,99. Так. Нель, давайте здесь посмотрим. Чтоб меньше людей пока, да? Подушечка всего 5,99. Да? Да, на которой ты сидишь. Нам, кстати, надо обновлять будет. Да. Но я не думаю, что в этом году мы успеем. В связи с ремонтом, ну, непонятно, пока у нас ничего. Так. Ваза такая, 14,99. Что это, Фейян? Тише, Соня, тебе такой стол не устроит вместо письменного? А меня устроит. И что ты будешь делать, Нель? Писать. Я не думаю, что там удобно. Гриль похож на наш. Так, а вот еще кувшинчики. Вот эти получше, если делать лимонный напиток, например, с имбирем. Вот здесь с носиком. Я тебе это только что тоже хотела показать. А этот сколько? Марочка, он, смотри, мне 9, не 99. Видно. 99. Он тут на столе просто же стоял. Отлично. Девочки, а где Соня? Вот смотрите, какие. Завалилось. Да, удобный, кстати, да? Простые корпусы из железа. Ну, это похоже как для улицы. Когда но, наверное, сам... можно и дома. Ну, пластиковое все. Вот
Проваливаешься. Вот. Ну, только зов, а диванчик стоит 548. А нет, вон написано комплект прайс. Странно. Непонятно. А, имеется в виду с подушками. 548. Я сказала, что это дешево. А, да, кресло вот 338. Вон цена там есть. Не знаю, девочки, что сказать. Я не знаю насчет кувшинчика. У нас вот таких два или три есть. Да? Нужно подумать. Хотя тут мне понравился. Так, Неля уже в библиотеке у нас. Не свалитесь, пожалуйста, Нелечка. Интересно, вот эти вот низкие, они удобные? Или это детские кресла? Вон, 179. Мария уже работает. Все пристроены, все пределы. Для часов? Да, мне кажется, не, Марусь, мне кажется, часы, что нет. Фишка туда не залезет? Мне очень нравится. Нет. Мне тоже нравится. А это такие органайзеры такие. Ну, у нас такой был в распаковке, только здоровый. А такие, да? А, зарядка есть, да? На лампе есть зарядка. Мне кажется, кто-то украл тостату. А, да. У нас в школе тоже постоянно вот эти кнопки убирают и забирают. Да? Угу. Да. Все ломают. Ай-яй-яй-яй-яй. Некрасивенько. Да. Я тоже у нас примостилась, отдыхает. Неля, хорош лазить, Неля. Кто-то шумит. Так, кто плохо знает алфавит, вот, можно купить, девочки. Мама. Так, ой, лампы, сейчас, девчонки. Сразу пробуем, девочки. Не разорваться, да? Ой, ну очень, очень ну. Удобная штука. Когда нету гостей, и стулья уже тут, сразу да. Гости, и есть стулья для гостей. Стульев. Есть стулья для гостей. Сразу, очень удобно. Так, здесь обеденная зона. А это что, интересно, вот для чего вот это? А, это рабочий стол. Смотри, компьютер стоит. Можно рядом цветочки повесить. Сколько такая конструкция стоит, Соня? А ну, поищите. А ну, давайте я сниму сдалека, чтобы видно было. Вот. Крутится. Правда? Или это не доделано, или тогда что-то? Нет, ну, наверное, должно быть, Сонь. Смотри, ты здесь поработала, развернулась, что-то взяла со стола себе на перекус. 149? Ну, это немного, эконом-класс, да, такой. Я имею в виду экономия пространства. IKEA вообще, я так понимаю, все комнаты делает для экономии пространства. Показывает нам, как можно сэкономить пространство. Минимализм. Вот. Я еще хотела сказать, тут очень-очень много сделано для детей. Вот тут много стульев и приборов для взрослых, а потом приводит такой таблетки. И для и деток не забывают. Такие вот да. Такие пластиковые. И там еще встроено прямо в стену кукольный домик. А, да, и кукольный домик есть. И даже игровая зона есть. Мама, мини, да. Все на месте. Здесь зона отдыха. Сколько этот стол, интересно. Настолько треснул мой стол на колесах. 74. Тоже недорого. В принципе. Даже швейную машинку пристроили. Смотрите, кстати, какой хороший вариант. Стол для швейной машинки. Я свою то вниз, то наверх. Угу, в баночках. Ну, оригинально. Там сколько? Три полки, да, Марин? Два, три. Отлично. Очень хорошая кухня. Ну, и на кухоньку давайте зайдем тоже. О, подставка, смотрите, какая для такого кувшинчика. А ну, девочки, посмотрите цену на подставку. Цена на подставку, смотрим. Цена на подставку 12 евро. Нет, Марусь, на вот эту, вот под вот этот. У нас все время он стоит, да, на краю стола.
чтобы удобно было наливать. Он стоит 5 евро. Отлично. Мне так нравится холодильник. Я у нас заценила холодильник. Все в полном порядке здесь. Все в баночках. Никто не кидает и не ставит, лишь бы как. А, Мария? Да. У нас, кстати, тоже для бутылок в холодильнике есть такое отделение, но мы его сняли. Оно занимает очень много места. Что там? О, Соня, что-то нашла или кто? О. Эта комната мне нравится. Телевизор, диванчик, потом сразу кроватка. Потом тут еще лэптоп. Такой маленький столик, да? С лэптопом. Ага, здесь тоже нет кнопок. Может, они специально снимают кнопки? Да, может быть. Ой, окно. Угу. Шкафчики. Кстати, интересная картина с подсветкой. У кого нет окон в комнате, это картина на самом деле, да. Так, одни профессора. Еще один. Все при занятиях. Вот органайзеры, да, эти? Да. Согласна. Тут можно зарядить телефон. Тоже, да. Угу. Очень мне нравится вот эта вот уголок. Хорошо. А стол, девочки? Смотрите, и ящики есть. Да, и тут для двоих места есть. Ну, да. Сколько? Так, мне стол очень 224 нравится. Это стол, Соня? Мне кажется, да. Вообще-то стол мне тот по формату больше немножко нравится. Да. Но это тоже, я считаю, очень крутой. Угу, ну, нормально, в принципе. Только мне не нравится, что тут дерево. Да, мне тоже. Ну, хорошо. Стена, можно ее так же просто взять и в комнату. Стена, да, оригинально. Мне тоже нравится она. Не будет на столе стоять все, да, девочки? Да, стена только 20 евро. Да? Да. Отлично. Ого. Просто, да? Да, я покупаю. Вообще недорогая. Тоже дешевый вариант. Да. Согласна. А я тоже себе возьму на заметку. Я тоже. Так, это только сама стена стоит. Вот 20 евро сама стенка. А вот эти органайзеры, каждый по отдельной цене. Здесь, например, еще вот эта сетка 10. Вот это 5. Например, ну что еще? Эти по 2 евро 3 штуки. Резинки эти, чтобы что-то закрепить. Да. Да, здесь обеденная зона и зона для гостей, зал. Мне, да? Стол и стулья очень нравятся. Прям такие. Мне нравятся вот эти вот варианты, когда нет окна. Вроде бы как увеличивает пространство. Очень красиво. А так... В принципе, ничего особенного. Карта неплохо. Кстати, тоже красиво. Ну, давайте дальше пойдем. Куда у нас там Неля забрела? О, Неля, зона отдыха. Как дворик сделано. Как вроде, да, ты во дворике отдыхаешь. Мне кажется, это как придумали, что-то двора, но просто же как бы на улицу не поставишь. Может, ну, посмотри. Можно и так. О, да. Тут можно, например, кресло заново вырастить. Да. Это... Можно выращивать растения. Liebe Eltern, die Ellie möchte gerne aus dem Smallland abgeholt werden. Die Ellie, bitte. Кто-то ищет Элли. Это моя. А, Элли. Элли хочет, чтобы ее забрали родители. С игровой комнаты. Я думаю, что нам не помешали бы большие часы домой на стену. Потому как мы все время бегаем то к телефонам, то к маленьким. Видят все не очень хорошо. О, а вот лампа оригинальная, мне нравится. Вот эта железяка. Куда ее только? Ну, вот так тоже в угол куда-то, в зону отдыха. Марусь, тебя не слышно. Уголок для детей, да. Вот детская кухонька. Везде есть для детей. Согласна. Твою квартиру хватит, такая кухня? Да. Хорошо, Марусь. Смотри, мама, это питомца, это для хозяина.
А, Соня говорит, это для питомца, где Соня сидит. А это для хозяина, окей. Ныля, не катайтесь на колясках. Так, я иду лампу смотреть. В принципе, тоже ничего симпатично, но... Вот мы были недавно, где в Остермане, да? Там мне лампы чуть больше понравились, хотя тоже неплохо. Сколько стоит, ну, Марусь, посмотри, одна. Вон там висит цена сзади. 30 евро, на 25 евро. 30? Ну, это очень даже бюджетненько. Хорошая экономия. Мадам. Хорошо, двигаемся, девочки. Давайте посмотрим еще быстро столики на колесах. Вот тоже 40 евро. Вот я только сегодня вынесла на террасу, чтобы выкинуть. Но у нас деревянный и больше антикварный столик был. К сожалению, первый этаж вот здесь треснул. Поэтому я бы хотела снова себе такой столик на колесах, наподобие хотя бы. Панда? Именно вот такой одинаковый. Да? Они вот тут за 6 евро купили. Милашка. Хорошо, Марусь. Так, что здесь? Ну, это такая история, мне не очень нравится. Такие столики. Вот еще такой вариант столика. А ну-ка, здесь что за цена? Такой 50 евро. Вот еще один. Здесь у нас соломка, тоже 50. Ну, у меня в подвале есть тоже с бортами стол. Я его все хотела покрасить, но с бортами мне не очень удобно. Не знаю, посмотрим. Ехать тоже умеет, хорошо. Соне понравилось кресло. Ну, Соня, прилягте или присядьте. 300 евро, да? Угу. Понравилось? Хорошо. И смотрите, конечно, эта кровать сильно низкая. Сильно низкая? Она должна быть вот такой. Чтобы я вот так сидела. Хорошо. Здесь у нас зона игрушек. Разных приятных мелочей для удобства деток. Вот это вот, смотри, она высокая, и тут еще и больше тумбочек, типа. Да, Соня, мне кажется, она не 90 на 200, она маленькая, это для детей поменьше. Можно взять наподобие, но она должна быть шире. Я уже знаю, какую я хочу. Неплохо. А ну покажите ящички, поотодвигайте. Угу. И еще один ряд есть, да? Внизу тоже выезжают. У всех детей были, наверное, такие высокие кровати. По крайней мере, у кого несколько детей, так точно. Комод. Девочки уже у косметических столиков. Ну, это с лампами, да, неплохо, да, будет светло. Хорошее зеркало. Да. Само зеркало стоит 30 евро, а стол 159. Хорошо. Такая панель с лампами по отдельной цене. Одна такая панель 60 евро стоит. Так, ну и гардеробная. Как раз вот это то, что нам нужно. А
Ну, здесь, конечно, цены тоже все отдельно. Это нужно собирать по размеру и просчитывать. Я даже немножко знаю одного человека, у которого прямо этот гардероб. Он на ютубе. Удобно. Да. Это что-то очень практически. А ну, Сонь, выдвини нам ящичек один. Угу. Мини-гантели. Хорошо. Да. Мне не нравятся только вот эти вот ящики. Да, вот эти наверху. Они пошли. Тряпичные. Тряпичные. Вот эти органайзеры я не люблю. Ой, Нелли опять нашла геймерскую комнату. Ну тут должно быть везде. Что? Ну, нам же попался прожектор в последней распаковке. Геймерский. Геймерский, я так понимаю, это означает, что все с подсветками. Вот или... эта лампа, да, хорошо мне подходит. В общем, эта комната тебе подходит, да? Да, все, забираем. Окей, Неля. Тебе сразу с этой кухней? Давайте. И кухонька будет моя. Так, вот такая кровать, да, тоже высокая, внизу много места. Хотя тут тоже попробуйте там пыль повытирать, помыть. Да. Нет, все-таки лучше, когда ящики. Да. Все-таки это нет. Это главное. Ой, ну вот здесь можно выбрать кровать. И матрас, мне кажется, потому что они тут различные. Да, тут по мягкости и разным этому... По жесткости, я да. Самую мягкую. Я обожаю мягкую. Я тоже обожаю мягкую. Но надо девочке жесткую, чтобы спина не болела, она и отдыхать. Фест. Она фест, да. Мне нужна жесткая, например. Она очень жесткая. Я желаю такую большую кровать. Я говорю, немноговато. Это говорит, не нет. После китайского, да. Так, есть органайзеры, ящики внизу, да? Вот это, да. Цена, новая цена, 349. Ну, вместительно. На обеих сторонах, шоколад. На обеих сторонах, хорошо. Нет, тут нет. Да, и вот тут мини-рядочки. Соня, все предложения к папе. Вот у мамы еще рядочки. А, он даже с этими полками идет, да? Да. Да, окей, да, нормально, кстати. Да, если честно. Неплохо. Наборчик пусто. Пусто. Так, мне тоже понравилось. Вообще-то я хотела вот эту. А, Соня ищет, Соня в интернете. Хотела эту, да? Но это по типу такого, если это не будет, тогда вот это. Угу. А такую мы не видели, такая, да? Да? Да, я такую я не видела. А по столу мы твой нашли, да? Нет. Да? А, вот я понимаю. Стол тоже нет. А, нашли этот комод, тут отсвечивает. Окей, Соня. Соня у нас подготовилась. Да, я пытаюсь. Неля, ну у вас и коленка, мама дорогая. Мама так модная. Модно, так там почти нет ткани вообще. Это тоже в геймерскую комнату? Да, да, да. Для моих наушников. Нет, Неля, такое мне не нравится. От слова вообще ужас какой-то. Девочки, у нас не вот такая кровать. Вот, точно наша, которая стоит. Сейчас Неля спит на ней. Маруся, вернее. Нет, она раздвинута, Нель. Та кровать точно так же делается для гостей. Она один в один. Это вот наша кровать. 400 евро. И она в идеальном состоянии, поэтому я считаю, что если из вас кто-то эту кровать заберет, да, точно такая. Извините, да, хочу. Ну, а Соня, я, да, а кто? Я легко забрала эту кровать. Или Мария и Неля. Вы можете себе оставить вот эту кровать. Я она очень хорошая. Я вырасту, просто раздвину. Я тоже. Нет, когда вырасту, вы себе купите другие. Но пока можно эту оставить. Хотим. Зачем он вам нужен? Мама, для разных книжек и так далее. Это удобно. Ну, может. Хорошо. Да. О, это вот мой раз.
Это тоже твой, Соня, а размерчик? Это мой размерчик, нет, конечно. Размерчик мой, но кровать не моя. Кровать не твоя. Но тебе та нравится, да? Да? Хорошо. Столы, нам вообще-то и стол нужен. Да. Этот вообще-то тоже красивый. Да, нормально. Ну, надо, помнишь, ну низкий. Были... Интересно, он делается выше, а? Мне кажется, ну. Да. Не-а. Такой низкий? Да, низкий. Мы не, низкий не хочу. Были, и я, мы хотели там немножко высокий стол. Это прикольно. И там были прикольные стулья, кстати. Не знаю. Это чисто стулья тоже. Этот мне вообще цвет не нравится. О, девочки, островки. Вот. Такие простенькие островки. Это то, что я хотела. Несколько вариантов есть, да? Вот тоже довольно неплохой. Но он не полностью на колесах этот. А эти вот... Ну, а, только черный на колесах. Белый нет. Цена 160 евро. Нормально. Так. Ну, это такой столик, как столовых. Посуду собирать. 130. Ну, можно самим, конечно, что-то придумать. Не знаю. Даже не знаю. Я так понимаю, на этот стол просто тоже можно одеть колеса. Мне, если честно, уже нехорошо от Икеи. Давайте выдвигать к ресторану, девочки. Я голодная. Возьми сегодня все с собой. Мария нашла себе очередную игрушку. Доска, чтоб резать, да, Мороз? Да. Удобно? Да, резал, порезал. Можно просто в раковину положить миску. Порезал, порезал и положил миску. Так, ну, есть, конечно, в Икее приятные мелочи по вменяемым ценам. Но не могу сказать, что прямо здесь что-то есть такое, что загореться и срочно купить. А, София? Девочки пристроились уже на кухне. Мы уже идем через кухню. Нет, ну мне черная кухня не нравится. Хотя, скорее всего, здесь это все очень удобно организовано. В этом плане, конечно, машинка Икеи очень неплохо продумано все. Но самый любимый холодильник. Он нету ни холодильника. Смотри, да, отличный просто. Просто ой. Шкаф просто организовано. То, что надо. Думала, это такой большой. Эти не выезжают? Нет. Ну, все равно неплохо. Да. А ну, Марусь, закрывай. Закрою. Как он заходит? А он заезжает внутрь, да. Вот. Нормуль. А тут холодильник. А тут холодильник. А тут уже холодильник. И морозилочка, да, Сафуль. А ну, наверху что у нас? Угу. Окей. Не, ну кухня неплохая. Ну, о, да, ну Сафуль. Так, свет кухня неплохая, да. Ну цвет, я думаю, можно выбрать любой. Свет включается тут много. Угу. Специи, да. Внизу, Марусечка, что там? А ну, кастрюли. Там тоже что-то виднеется. Ой, нет, это я зря. Мне понравилось. А ну стой, Марусь. Особенно вот тут. Мне понравилась, да, кухня. Единственное, что цвет, ну, я так понимаю, уже цвет это все решаемо. Вы посмотрите, какая красота. Вау. Да, просто смотри, раз, два, три. Шикарно. Ой. Вот, поменять цвет рабочего стола, поменять цвет сам кухни, чтобы не черный. Смотрите, вот все как в пятнах уже.
Вот. А остальное все просто класс. Соня, берем не глядя. А? Так, все, девочки уже спросили направление на ресторан. Не туда? А, нам линкс? Ну, давайте, вперед. Ну все, нашли. Нашли пункт питания. Пункт питания. Так, здесь и так еда продается, да? Да, да, да. Чисто еда, да. Что есть интересного? Какие-то чипсы. Ну идите, девчоны, давайте. Возьмите салфетки, чтобы стол вытереть. Ну, возьмите пару. Вот здесь цены, девочки. Пудинг €95, например, тирамису 2,50. Какой-то десерт еще 3,50, наверное, этот. Или вот шоколадный. Я хочу этот. Мама, пусть... Берите, Соня. Салатик вот за 7,95. Тарталини 4,95. Кот Булар 7,95 с фрикадельками. Себе собрать салат €95. Вот такую шаль. Так, что-то девчонки понабирали. Никак не могли понять, что они хотят. Так, девочек, вот так как-то скудненько. Ну, посмотрим. Ну, девочки, пробуйте, а? Что у нас шведская еда. Хорошо. Сонь. Холодные макароны, я не думаю, что это вкусно. Ну окей, да, Сонь? Давай, Нель, ты пробуй, что у тебя там. Вкусно? И улиточка, да, какая-то? Да, я взяла себе. С пудр цукор еще. Хорошо, давай. Очень вкусные. Да? Мороз багет хоть теплый? Да? Хрустящий? Хорошо. Окей. Уважаемые друзья, ну, что я должна сказать? Настолько вроде как хвалебное заведение, да? Место питания. Воспетое многими влогерами, особенно немецкими. Я не могу сказать, что здесь что-то особенное. Еда. Ничего особенного нет. Возможно, в некоторых Икеях, где есть дёнер, да, может, он вкусный, этот дёнер у них. А так, не знаю. Ну что, фрикадельки, что, девочки, сколько баллов из 10? Фрикадельки вот очень даже вкусные. Да? Я бы дала 7. 7 из 10. Ну, значит, за фрикадельками можно приходить. А ты, я Нель? Я считаю даже 9, потому что очень вкусные, не холодные, очень. Да? Да. Не, ну, жесткие или того, окей. Ничего такого, очень вкусно. Еще соусом. Хорошо. Ну, значит, тогда сюда можно приходить за фрикадельками, да? Да. Шницеля не оказалось. Нелли хотела, да, шницель взять. София вообще звезда у нас экрана. Взяла макароны с томатным соусом. Ну ладно, ничего страшного. Кто что хотел,
Что ты взял? Сейчас... Еще нам дали рожки для мороженого. Да, еще будет мороженое. Но мороженое уже будет с собой. Да. На самом деле, такие магазины занимают много времени. И то мы, наверное, только половину, да, пробежали. И что это один этаж, а их два. И только один пока. Ну, ничего. Ну, хотели всегда попробовать здесь еду. Вот, пожалуйста, попробовали. Класса. Так, ну, похоже, что я должна взять свои слова назад. Неля говорит, что очень вкусно все-таки. Да. Да? Я очень расстроилась, потому что шницель очень хотела. Ну, очень вкусно. Поэтому я вначале расстроилась, а сейчас такая, ну, вкусно, все нормально. Нормально? Торт тоже, Сонечка? А у меня еще тут шнека. Окей, давайте попробуем. У Нели еще улиточка. Маруся сладкая не захотела, но у нас не любитель так сильно. Маруся, если хочешь мороженое, можно еще взять быстренько. Сонь, покажи тортик ближе, мне не дотянуться. Ну, вот, да, стандартный, как вроде Сникерса. Как называются у нас? Будет повториться. Мы покупаем эти тортики. Милка. От Милки даем, есть даем, и... Даем. А, даем, да, да. Да, похож точно. Нель, ну что, улитка? Очень вкусная, очень много начинки, а ну. Это мне нравится. О, хорошо. Ну, я рада. А то мама как-то подрастроилась сначала. Ничего. Может, точно не хочешь мороженое? Нет. София уже с мороженым. Покажи, Сонечка. Красиво? У тебя клубничное? Вкусно? Я рада. О, Нелюська тоже бежит? Да. У Нели ванильная? Да. Очень вкусная, я уже немножко попробовала. Да? Очень свежая и вкусный софт айс. Мне нравится. У нас следующий день... Мы вчера отлично погуляли, потанцевали. Спасибо большое, что провели с нами время. Подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень приятно. А у нас сегодня 14 февраля. День всех влюбленных. Мы всех поздравляем, желаем любви, удачи, здоровья, мирного неба и всем пока-пока!